Итак, ребята, всем привет! В этом ролике поговорим о том, что же ждет Windows в 2024 году. Microsoft упомянула, что выпустит Windows 11 24H2, а также я недавно видел новость о том, что Windows 12 все-таки появится, но развертывание будет осенью, где-то сентябрь-октябрь. В апреле можно будет уже попробовать. Активно Microsoft тестирует новые функции искусственного интеллекта в данный момент. То есть будет у нас Moment 5. Вот по поводу Moment 5 сейчас мы затронем тему. Moment 5 – это функциональный патч, который будет поддерживать только версию 23H2. То есть если у вас 22H2 Windows 11, чтобы установить Moment 5, вам нужно обновиться до 23H2. Далее, Windows 11 2024. Будет улучшение помощника Copilot в Moment 5. Возможность удаления Microsoft Edge в Moment 5. То есть, чтобы, скажем так, предотвратить монополию в операционных системах. Moment 5, пятое по счету обновление типа Moments. Обновление ожидается в феврале 2024 года. Также Moment 5 будет единственным обновлением для Windows 11 23H2 из серии обновлений Moment в 2024 году. В целом, Microsoft собирается в этом году продолжить внедрение искусственного интеллекта. В Moment 5 можно будет открепить Copilot от правой части экрана и поместить в любое другое место. Это позволит приложениям, скажем так, находиться под помощником. В целом, внедрение искусственного интеллекта на базе Windows 12. Не знаю, как это будет выглядеть, все будем следить, ждать, смотреть. А мы будем вас информировать о последних событиях из мира Windows. Если ролик был полезен, понравился, лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых роликах. Всем пока.